Сейчас покажу вам самый простой способ, которым я пользуюсь на YouTube, как скачать видео с YouTube. Значит, смотрите, как это вообще делается, если у меня сейчас загрузится YouTube. Потому что у меня были проблемы. Они загружаются, ты видишь, отлично. Значит, смотрите. К примеру, вы зашли на YouTube-чик, выбрали какое-то видео. Это может быть абсолютно любое видео. Не имеет какого разницы. Вот вы выбрали его. Я показываю, у меня не премиум аккаунт, у меня обычный самый аккаунт, который есть на любом телефоне. Вот, выбираем, к примеру. Давайте зайдем на главную страничку. Здесь вот так вот смотрим какое-то видео небольшое. Вот как удалить полностью там телеграм-канал, да. И здесь у вас есть такой пункт, вот скачать. Вы, значит, на него нажимаете, выбираете высокое качество, среднее, низкое. Нажимаем скачать. Без подключения к сети ролики хранятся 2 дня. И что вы делаете? Вот, к примеру, вы где-то в поездке, вы где-то там дома, у вас потом интернета нету, вы заходите вот сюда в подписки. Нажимаете «Вы». Сейчас нажмем главное. Подписки вот здесь. Вот там надо сюда попасть. И у нас получается вот этот вот ролик хранится уже. Сейчас я на главную зайду. На главную. Вот. Смотрите, у нас вот пункт есть теперь скачанный. Видите? Вот этот ролик, когда скачается, у нас он будет здесь скачанных. Если вы даже выключите интернет, если вы на телефоне все тупо повыключаете, у вас все равно будет просмотр вот этого вот ролика. Это видео еще не сохранено. И вы можете в любой момент без интернета смотреть любой ролик. Он у вас уже будет скачан в самом приложении. Потом, если хотите, удаляете и смотрите, и все.